Всех приветствую, с вами интернет-магазин antilife.com.ua. Меня зовут Александр. Я снимал недавно обзор на модель THL-T11 и обещал вам снять сравнительный обзор T11 и T100S. Вот в руках у меня два смартфона. Выключаю экраны, чтобы вам было видно дизайн. По дизайну они идентичны. Справа у меня модель T100S. У него такая вот сверху рамочка есть металлическая и снизу тоже. С граней все идентично, сверху все идентично, снизу то же самое, тут то же самое. Сзади на крышке здесь вот есть такая вот надпись 8 мегапикселей. Здесь 13. Во всем остальном они полностью идентичны. По корпусу я имею в виду. Итак, начнем со сравнения, что же у них одинакового, что у них отличное. Во-первых, отличным является экран. Экраны здесь 5-дюймовые, экраны здесь у T11 HD разрешение, у THL-T100S. Покажу вам, что это T100S, потому что есть люди, не любят верить просто на слово. Я вам продемонстрирую, что это за модель. Я всегда буду держать вот справа T100S. Так вот, здесь HD разрешение экрана у T11, у T100S здесь Full HD. Как по мне, как я всегда говорю, на глаз разности этой не видно. То есть вот это вот разрешение, оно очень незначительно влияет на четкость картинки, на плотность пикселей. Что касается цветопередачи, как я говорил уже в обзоре про T11, цветопередача у него немножко хуже. Углы обзора немножко хуже. Я вам сейчас продемонстрирую картинки. Даже на первый взгляд кажется, что у него какая-то более повышенная яркость, но, наверное, он отображает не совсем реалистичные цвета. Что касается вот той большой, значительной разницы о бюджетности матрицы, лично по моему мнению, так это вот этот вот момент, когда мы берем по диагонали темную картинку, то у бюджетника T11 картинка превращается в серое, у T100 под различными углами она как была темная, черная, она такая и осталась. Здесь же она превращается вот в такое вот что-то непонятное. Если пойти дальше и выбрать еще одну темную картинку, то можно видеть то же самое. То есть по экрану однозначно T100S круче, виден класс матрицы, поэтому я думаю, тут вопросов ни у кого не возник. Далее, что касается разности в плане памяти. У T100S памяти 32 гигабайта встроен, у T11 только 16 гиг. При этом 2 гига оперативной памяти, что у той модели. Это я вам могу продемонстрировать вот здесь. Процессор идентичный, 1,7 ГГц. В играх будет лучше отрабатывать T11, T100S будет работать медленнее. Что касается камеры. Камера здесь у T11, здесь основная камера 8 мегапикселей, у T100S полноценных 13 мегапикселей. Фронтальная камера 8 у T100S, 5 у T11. Камеры однозначно будут слабее у младшего брата. Чем же еще отличаются эти смартфоны? Отличаются они продолжительностью работы от аккумулятора. Аккумуляторы здесь идентичны. Могу продемонстрировать. Напоминаю, T100S справа 2750 мАч. И T11 слева также 2750 мАч, и они идентичны, эти аккумуляторы. Что касается работы от аккумулятора, чем больше разрешение, чем круче разрешение, тем аккумулятор садится быстрее. Таким образом, у T100S разрешение круче, аккумулятор такой же. И поэтому он разряжается, я не скажу, что значительно, но существенно быстрее. У T11 этот показатель лучше. Например, в Antutu тестере T11 модель набирает порядка 610-20 баллов. У T100S приблизительно там 530-550 максимум был у меня такой результат.
В принципе, на этом их отличия заканчиваются. Ну и, конечно, главное отличие – это цена. Цена Т11 из наличия в Украине приблизительно $240. Цена Т100С в наличии в Украине с гарантией приблизительно $290. Разница получается у нас $50. Вот такие вот два телефона. Кто хочет покруче, покупайте Т100С. Кто хочет попроще, но получить приблизительно то же самое, можно смело брать Т11. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго вам.